«О тот, кто стремится к благу, начинай творить благое, ведь дверь для этого открыта. О тот, кто совершал греховное, ослушался и ошибался, приблизься. О тот, чье сердце покрыто ранами от грехов, приблизься, ведь дверь открыта, и ведь щедрость и великодушие приходит днем и ночью. О тот, кто увяз в грехах, иди же к обширным дарам. О те, кто совершили злодеяния, но затем признали свои злодеяния, никогда не забывайте. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. О тот, кто признался в совершенном, помни. О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у меня прощения, то я прощу тебя». Прелюбодейка спаслась, напоив собаку, вызвав этим довольство Господа, истерев свой грех. И человек, убивший сотню, но затем покаявшийся Аллаху Всемогущему. Это стало для них быстрым путем в рай, быстрее тех, кто совсем не грешил. И кто же из нас не падал и не совершал ошибок? О тот, кто часто ошибается, неужели ты забыл, что все мы совершаем ошибки? Если ты совершил грех, то покайся, ведь опередил тебя грехом твой отец Адам. Когда отец твой согрешил, он покаялся, как об этом сказано в книге. Лица покаявшихся засияли, когда они услышали призыв. «Если придешь ты ко мне с таким количеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, но встретишь меня, я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи. Предстань на коленях перед Аллахом, подняв свои руки, взывая к Нему смиренно, произнеси: «На милость Твою я надеюсь, о Господь миров! О тот, кто был несправедлив по отношению к самому себе! Знай, что слеза, которую ты пролил, стирает совершенную ошибку. Ты предстал перед тем, кто предложил покаяние для неверующих и открыл путь к нему для нечестивцев, и отсрочил по своей щедрости для злодеев. Его прощение, которое он предписал, и его милость, которая опережает его гнев. Его имя – принимающий покаяние. И если бы ты не согрешил, то не узнал бы этого его атрибута. Ты не знал, но по причине греха исчезло самообольщение, а мольбой о прощении проявилась покорность, убрав высокомерие. Не упорствуй, однако признай ошибку, ведь вкус лекарства горек, но затем найдешь ты радость и уйдешь вперед. И остерегайся дьявола, ведь он обольщает».